Сегодня состоялось внеочередное заседание Новгородской областной думы. Депутатам предстояло официально назначить дату осенних губернаторских выборов. Решение носило скорее технический характер. Депутаты единогласно назначили дату досрочных выборов главы региона в единый день голосования в стране – 10 сентября. Мы понимаем, что по законодательству это не ранее, чем за 100 дней, не позднее, чем за 90 дней до назначения выборов. И, соответственно, вот сегодня мы назначаем эту дату, это 10 сентября 2017 года. При этом Елена Писарева отметила, что в формулировке постановления фраза «досрочные выборы» смущать никого не должна. В данном случае это лишь законодательная формальность. Законодательство не разграничивает понятие, то ли он ушел досрочно, то ли это сложение полномочий, значит, в соответствии со сроком. То есть выборный процесс, он будет идти в любом случае в соответствии с законодательством. 10 сентября 2017 года. Тем не менее, некоторые нововведения на предстоящих выборах избирателей все-таки ждут. Депутаты Государственной Думы в конце мая в третьем чтении приняли пакет законов об отмене открепительных удостоверений на региональных и президентских выборах. Новая форма дает возможность голосовать по месту пребывания по заявлению избирателей. Документ можно подавать как лично с предъявлением паспорта, а также с использованием портала госуслуг или через многофункциональные центры. Сроки подачи начинаются не ранее, чем за 45 дней и заканчиваются в 14 часов за день до голосования.